Днем ангела, дорогие именинники. В полном соответствии с названием нашей передачи сегодня нам предстоит разговор об именах ангельских, а не человеческих, поскольку сегодня, 21 ноября, Святая Церковь совершает так называемый праздник Собор Архистратига Михаила и прочих небесных бесплотных сил. Этот праздник возник очень давно, на Лаодикийском поместном соборе, еще до Первого Вселенского собора, то есть в начале IV века, было установлено в 8-й день 9-го месяца праздновать праздник Собора Небесных Сил. 9-го месяца, считая от марта, потому что церковное богословие, впрочем, и иудейское богословие ветхозаветное, считает, что март – это первый месяц, которому соответствует, в общем, выход мира из Божьих рук. И вот ноябрь – это 9-й месяц от марта, а 8-й день по старому календарю, по юлианскому, как раз сегодня, 21-го по новому. Это праздник, повторяю, Собора Небесных Бесплотных Сил. Праздник был установлен для того, чтобы упорядочить поклонение и словословие ангельских сил. Некоторые христиане поклонялись им как богам и считали их за творцов видимого мира. Так вот, Церковь установила праздник для того, чтобы мы знали, ангелы не боги, ангелы такие, как мы во многом, у нас с ними общий Владыка и Господь. Они вместе с нами молятся, молятся также и о нас. У них могучие полномочия, великие дарования, но они не господа наши, поскольку они всего лишь служебные духи. Церковь называет на множество имен святых ангелов, и, что самое важное, разделяет их на 9 чинов, на 3 по 3 небесную иерархию, о чем много и красиво писал святой Дионисий Ареопагит. На основании Священного Писания Дионисий называет нам 9 ангельских чинов – херувимы, серафимы, престолы, господство, начало, власти, силы, ангелы и архангелы. Над всеми ими поставлен архистратиг Божий Михаил, чье имя означает «кто как Бог». Он очень часто появляется на страницах Священного Писания, он являлся Иисусу Навину, предводительствовал еврейскому народу при вступлении в землю обетованную. Михаил вразумляет знатоков Писания, охраняет иерархов. Он сверг с неба гордого дьявола, когда на небе возникла война между ангелами, верными Богу, и ангелами, возмутившимися против своего Господа. Кроме Михаила, сегодня мы рады назвать еще имена других ангелов. К примеру, Гавриил, крепость Божия, означает его имя, благовестник, тот, кто явился Деве Марии с вестью о бессеменном зачатии. Рафаил, исцеление Божие, сей ангел приносит нам здравие от недугов, о нем говорится в книге Тавита. Селафиил, молитвенник Божий, это ангел, который помогает молиться и сам молится горячо Господу о всех и за вся. Уриил, свет Божий или пламень Господний. И Иегудиил, благословение Божие, ангел, подвигающий нас на словословие и хвалу. И, наконец, Варахиил, раздаятель божественных дарований. Как видите, это имена теофорные, то есть в их составе есть имя Божие. Именно окончание «ил» или в других языках «эль», «аль», «иль» – это именно есть древнее имя Господне, имя Божие, сохранившееся в иудейском народе и, скажем, у мусульман. Вспомните, как молился Господь на кресте, когда говорил: «Боже мой, зачем ты меня оставил? Или, или, лима савахвани». Вот именно это «или», «эль», «иль», оно и есть в конце этих имен. Гавриил, Михаил, Варахиил, Рафаил. Мы рады поздравить сегодня тех людей, чьи имена в полной мере ангельские и архангельские. И напоминаем вам, дорогие братья и сестры, что ангелы совершают некое послушание. Как видите, каждый из них занимается особенным священным духовным делом. И их имена соответствуют образу их действования. Желаем и вам, чтобы ваши священные имена, которые вы носите, соответствовали образу жизни, который вы проводите. С днем ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах, имена ваши с небес принесенные.